Триколор ТВ представляет интерактивная логическая игра для всех абонентов Триколор ТВ «Где сигнал?». Если на экране вашего телевизора возникла надпись «Нет сигнала», значит, настало время его найти. Итак, мы начинаем. Первый этап. В чем причина? У вас на экране несколько возможных причин отсутствия сигнала. Непогода, повреждение соединения, неполадки антенны, сбой настроек. Рассмотрим возможные варианты. Например, непогода. Второй этап – поиск решения. Переждать непогоду. Главное, не волнуйтесь. Погода всегда меняется к лучшему. Проведите время с близкими или почитайте книжку за чашкой чая. Иногда просто подождать – это лучший выход. Поздравляем! Вы удачно решили эту задачу и нашли сигнал. Но, возможно, сигнал отсутствует по другой причине. Например, произошел сбой настроек. Вы можете обратиться за помощью в службу технической поддержки оператора, либо попробовать обновить настройки самостоятельно. Обновить настройки очень просто. Поздравляем! Очередная задача решена, и сигнал снова на своем месте. Однако есть и другие причины отсутствия сигнала. Одна из таких причин – повреждение соединения. Переходим к поиску решения. Вы можете попытаться восстановить соединение самостоятельно или обратиться за поддержкой к авторизованному дилеру. Ваш выбор – восстановить соединение. Проверьте соединение кабеля между антенной и приемником, а также целостность кабеля на данном участке. И еще одна задача удачно разрешена. Осталось решить, что же делать, если у вас неполадки с антенной. Чтобы справиться с этим, можно обратиться к авторизованному дилеру или самостоятельно перенаправить антенну. Для самостоятельной настройки антенны необходимо медленно, по сантиметру, менять направление антенны, фиксируя ее в каждом положении на 3-5 секунд до тех пор, пока на телеканале «Инфоканал Триколор ТВ» не появится изображение. Поздравляем! Вы удачно решили задачу поиска сигнала и сделали это самостоятельно. Помните, главное – не отчаиваться. Подробнее узнать о том, что делать, если у вас пропал сигнал, вы можете в разделе «Помощь» на сайте Триколор ТВ.